Литовец с необычным хобби. Это эмоции, это безумие, это power slide, это все в одном слове – дрифтинг. Он расскажет свою историю. Приехал из Вильнюса в Минск, где я встретил свою любовь и занимаюсь здесь дрифтом. Что удивляет его в Беларуси? И можно в центре даже ходить на тапочках. У вас очень большие проспекты, и все уже продумано. Необычный ракурс. Люди после гонок, как семья собирается, где-то сидит за столиком, кто-то говорит, рассказывает, шутит. Это все происходит в одном месте, в Логойске. И атмосфера – это прям бомба-бомба. «Взгляд на Беларусь». Смотрите в среду на нашем телеканале.